Приветствуем вас, дорогие подписчики и гости канала «Просто о бизнесе». Сегодня мы покажем, как заполнять товарно-транспортную накладную. Внешний вид данного бланка может быть приведен к требуемому виду любой страны. В нашем примере это типовая межотраслевая форма номер 1Т. Заполняется документ автоматически в специальной программе, поэтому в этом нет ничего сложного. Если вы будете пытаться заполнить его вручную, то из-за человеческого фактора ошибок будет много, и они будут появляться каждый день. Не будьте самонадеянными, обратитесь к нам за удобным программным обеспечением. Ставьте лайк, если хотите, чтобы программа все делала за вас. А также подпишитесь на наш канал, чтобы в следующих выпусках узнать про автоматическое заполнение других важных документов, например, договора с клиентом. До новых встреч!